Друзья и коллеги, у меня к вам вопрос. Вот смотрите, мы каждый год из года высаживаем капусту и закрываем ее ящиками. И каждый год у нас повторяется вот такая история. Кто-то мило отъедает макушки. Не ест листья, не ест что-то, а просто вот срезает прямо под ящиками. Ни следов преступления. Ничего. И вот кто знает, что это? Сейчас я вам еще покажу. Пока не все, но каждый день добавляется. Было время, что мы считали, что это ежики. Было время, что мы считали, что... Но ежики не могут забраться под эти вот уже сетки. Вот мы уже вот такие ставим сетки. Ежики, ну, то есть думали, что духовка, но она уже не в состоянии. Вот смотрите, что делается. Подскажите, с кем нам бороться? Столько вырастить, столько намается. И вот, ну вот просто какое-то варварство. Помогите. Мы не можем найти, кто это. Вот реально ничего, ни следов, ничего. Кто это? Это за сегодняшнюю ночь. Слушай, а вот это вот не дырки? А это дырки? Нет? Нет, не дырки. Это просто так вода у нас уходит. Аж плакать хочется. Это то ли Яна, представляешь? Угу. Выкапывала кейл из теплицы, чтобы пересадить. Вот так кто-то пытался это все пооткусать. Частично пооткусали. Вот это вот не я отрывала. То есть мышь вот это, мне кажется, не стала бы делать. В общем, большой вопрос, кто у нас вегетарианец капустный, четко вот капустный.